лилась вода, начиная с этого, с площадки. Прямо ручьем лила. Мы все это зафотографировали. На снимках последствия непогоды квартиры пенсионерки Веры Кашуба на последнем этаже. Во время дождя он оказался затоплен. Через эту дверь пошла вода. Вот, видите, тут. Чтобы вода не проникла в другие помещения, ее собирали и тряпками, и ведрами. За потоками не успевали. Ливень оказался сильнее. Образие, которое я снял на крыше во время ливня. Вот у нас озеро от одной стены дома до другой. С крыши вода перебралась на чердак, а там новая история. Чтобы непогода однажды не затопила квартиры окончательно, местные жители придумали вот такую систему водоотвода. И она значительно решает ситуацию. Пластиковые бутылки пусть немного, но помогли. Люди справлялись со стихией всеми возможными способами. В ход шли кастрюли, ведра и емкости побольше. Вот такие шикарные канистры, сливаем их хоть как-то, чтобы у нас не затекало. Помимо этого, здесь у нас мы хоть как-то пытаемся заделывать щели. Все заделать не получилось, вода все же проникла в квартиры не только на 9-м, но и на 8-м, и даже на 7-м этажах. У нас офиса не было, у нас 3 инвалида в квартире, ребенок инвалид, я инвалид 2-й группы. Ремонт в этой квартире сделан недавно. Новые обои, натяжные потолки и дорогая мебель были. Сумма, то, что нам сказали, сейчас я вам скажу. 258 тысяч. Да. 258 788 рублей. Жители дома обратились в управляющую компанию. Полученный ответ удивил. Они к нам не приходили вообще, в принципе. Просто игнорировали. На что они нам дали ответ прекрасный, что информируют нас, что основания для возмещения заявленного ущерба отсутствуют ввиду отсутствия установленного лица. Впрочем, ответственности за случившееся в управляющей компании себя не снимают. Обещают ситуацию исправить. 140 квадратных метров. Завтра по плану мы начинаем работать. Я разговаривала с главным инженером. С завтрашнего дня и до конца недели. Потому что большая площадь, 140 квадратных метров. Рулонное покрытие. Можно и примыкание. Частичный ремонт кровли над этой квартирой. Еще раз. Ремонт кровли многоэтажного дома планируют начать в ближайшее время и закончить в конце недели. Но, как пояснили в управляющей компании, работать будут исключительно над одной квартирой, пострадавшей сильнее всего. Что делать остальным и кто возместит ущерб, эти вопросы пока остаются без ответа. Впрочем, их даст суд, куда жители собираются обратиться. Марина Купренко, Андрей Вовк, Севастопольское телевидение.